Знаете, вот давайте приведу пример. Вот вы утром проснулись, что вы делаете? Вы встаете, правильно? Автоматически встаете, убираете постель, идете умываться. Вы что, каждый раз об этом думаете, а как убрать постель? А как пойти умыться? Вы все это делаете на автомате, а сам мозг сидит и ничего не делает. Мозг отдыхает. И это очень-очень плохая ситуация. Неработающий мозг в конце концов приведет к тому, что мы потеряем свое здоровье. Например, на работе вы попали под сокращение. Автомат сломался. Но ваш мозг не может найти выход. Результат – потеря здоровья. Совет профессора – все можно делать на автомате, но в то же время нужно думать о другом.